Добрый день, меня зовут Виктор, и в прошлом году я окончил бакалавриат МГИМО, а в этом году я уже учусь на магистерской программе «Экосистема международной торговли». Знаете, почему я выбрал эту программу? Это удобное обучение в вечернее время и выходные дни, стажировки в партнерских компаниях и в государственных организациях, сочетание классического и бизнес-образования, развитие компетенций в торговом деле. Приятная и дружелюбная обстановка в академической группе. Полин, а почему ты поступила на экосистему международной торговли? Для меня это возможность поменять направление обучения. Уникальные, практикоориентированные знания в области цифровой экономики в условиях турбулентности рынка. И, конечно же, образовательная среда МГИМО. А еще лекции и мастер-классы от российских и зарубежных экспертов в области международной торговли. А еще у нас всегда есть возможность получить необходимую консультацию по тому или иному вопросу от экспертов международного уровня. За время обучения мы выполнили уже несколько групповых междисциплинарных проектов, направленных на решение практических задач. Многие, как и я, поступали из других вузов. Для нас сделали отдельную группу английского языка и свою программу. Сейчас мы достигли больших успехов. Работа над групповыми проектами, участие в научно-исследовательской работе, выездные занятия сделали нас большой и по-настоящему дружной командой. Очень запомнилось проектное задание по развитию креативного мышления. Мы подготовили наш ответ Гарварду. Интересные авторские курсы, составленные на основе реального опыта. Каждый из нас после окончания обучения хочет работать на такой работе, которая будет не только прибыльна, но и интересна. Именно поэтому экосистема международной торговли помогает нам всем найти ту оптимальную профессию, которую мы хотим пронести через всю жизнь. Владимир Юрьевич, как вы считаете, какие компетенции важны для современного бизнесмена и можно ли их будет приобрести на данной магистерской программе? Умение получать необходимую информацию, получить навыки взаимодействия с контрагентом. Мне кажется, это самое главное, потому что нужно знать много информации. Естественно, что нормативная база, нормы и правила в торговле являются принципиально важными. Но понятно, что все знать невозможно. Нужно научиться принципу получения тех знаний, которые вам необходимы для решения конкретного вопроса. Мне кажется, это вот одна из важнейших задач, которую мы пытаемся реализовать на магистерской программе «Экосистема международной торговли». В процессе обучения значительное внимание уделяется формированию soft skills, развитию критического и системного мышления, а также решению нестандартных задач в условиях цифровой трансформации. Наша магистратура открывает новые профессиональные горизонты. Наши студенты изучают вопросы технического и таможенного регулирования, учатся выявлять торговые барьеры, оперативно реагировать на вызовы рынка. Мы формируем флагманов российского бизнеса. А сейчас у нас будет занятие по цифровой трансформации глобальной системы качества и безопасности продукции. Поступай на магистерскую программу «Экосистема международной торговли», и ты будешь учиться в самом престижном вузе страны.